Сегодня в честь 60-летнего юбилея первого человеческого полета в космос в исполнении нашего советского человека Юрия Гагарина по Екатеринбургу прокатилась его ракета «Восток-1». Модель его ракеты, которую сделали своими голыми руками ребята и девчата и примкнувшие к ним взрослые из Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», объединение «Социум» Кировского района. Известно, что клуб «Каравелла» был основан нашим земляком, детским писателем Владиславом Крапивиным почти 60 лет назад, когда он был еще юным выпускником факультета журналистики Уральского государственного университета. Свой 60-летний юбилей «Каравелла» отметит 2 июля текущего года, то есть на сегодня. Многим первым каравельцам уже за 70. Ну а сегодня по Екатеринбургу катался каравельский макет «Востока-1», пристыкованный к наземному автомобилю, чтоб не сказать разгонному блоку. Как сообщила нынешний лидер «Каравеллы» Лариса Крапивина, строительство модели гагаринского космического корабля увлекло современных каравельцев не меньше, чем более привычное для них строительство яхт. Ребята сами нарисовали чертеж, сами выпиливали детали, сверлили, строгали, красили. В ход шли подручные материалы, в том числе, как видно, даже и спортивный буй для обозначения гоночной дистанции на поверхности воды. Ну и если 60 лет назад Юрий Алексеевич сказал, сидя в космической ракете «поехали», хотя, конечно, скорее тогда «полетели», то сегодня про модель «Востока-1» совершенно точно можно сказать «поехали».